Представитель Ульяновской области Федеральной общественной палате Елена Истягина-Елисеева предложила ульяновским атлетам сдать донорскую кровь. Из-за пандемии доноры все реже посещают службу крови, запасы ценного материала уменьшаются. Елена Александровна отмечает, каждый может нести свою небольшую лепту для здоровья окружающих. Если ты хочешь что-то сделать, ты идешь и делаешь. Пусть что-то небольшое, малое, но тем не менее твой вклад, твоя вот эта самая лепта в общее дело, в общее выздоровление, в чье-то здоровье. Это важное мероприятие, поэтому мы с коллегой из Общественной палаты Ульяновской области Олегом Калмыковым, у которого, кстати, сегодня день рождения, пришли и позвали наших друзей, наших коллег в спортивную общественность сдавать кровь. На протяжении нескольких дней ульяновские борцы, пловцы, биатлонисты и дзюдоисты будут сдавать кровь. Как известно, у спортсменов большие сердца. И у спортсменов кровь горячая, красная и ядреная. И, конечно, я очень рад, что мои коллеги откликнулись на призыв и общественной палаты, и вот нашего Олимпийского совета поучаствовать в этой благородной акции. Я считаю, что спортсмены всегда были на передовой и во время войны, и в мирном строительстве. А сегодня такая нужда в стране, что не хватает донорской крови. Мы, естественно, откликнулись на этот призыв и с удовольствием, с чистым сердцем идем сдать кровь. По словам главного врача Ульяновской станции переливания крови Марата Хапмана, в связи с пандемией в регионе приостановлена выездная деятельность забора крови на предприятиях и в районах области. Поэтому помощи спортсменов только рады. Огромное спасибо, что своим примером, так сказать, показывают и, естественно, привлекают огромное количество доноров. Еще раз повторяюсь, кровь не течет из крана, она нужна, так сказать, от здоровых людей, естественно. Как вы себя сейчас чувствуете? Чувствую себя замечательно. Участвуем к большому делу. Возможно, моя кровь кому-то спасет жизнь. Напомню, донором крови может стать любой здоровый человек старше 18 лет. Среди временных противопоказаний – перенесенные заболевания менее чем за месяц до сдачи крови и поездки за границу. Донор должен весить не менее 50 килограмм, температура тела в день кровосдачи должна быть не выше 36,9 градусов по Цельсию, диапазон частоты пульса в пределах от 50 до 100 ударов в минуту. С более подробными противопоказаниями можно ознакомиться на официальном сайте Ульяновской станции переливания крови. Антон Никонов, Владимир Куликов, новости Управда ТВ.